Всем привет, дорогие друзья! С вами Джейк, и мы продолжаем проходить Мафию 2 «Предательство Джимми». Сейчас у нас новенькое задание под названием... И как вам, кстати, тачка, которую я затюнил? Хорошо же, да? А тем временем мы идем на задание под названием «Плохой дворецкий». Джимми Бой, это Сэл Гравина. Как дела? Слушай, ты знаешь Кача Эрлоя? Бля, да имена какие-то говнянские. Эрлоя, вот правильно. Из этих каких там бомбистов, что ли? Эти тупые нигеры сперли... Эти тупые нигеры сперли ночью партию машин у Тони из доков. На тачке мне плевать. Мы их сами угнали. Но они вообще с кем связались? Найди эти машины и разберись их к черту. Ну а если кто-то попадется под руку, сам виноват. Уничтожьте все отмеченные машины. Ой, хорошо, хорошо, да-да. Где? Не стой как столб. И тут первые две тачки рядом. Хорошо, ну как я и говорил, все задания будут у нас на время. Все, просто чисто все. Это тупо, я бы сказал бы даже. Ну что ж делать, раз игру решили так сделать? Так, я сейчас смотрю, где есть это. Да ешкин кот. А где? А как они заправляются? А, вот вижу одной. А, и вижу второй. Ладно, сначала в одну. Уф. Не-не-не, ребят, вы чё? Там где-то еще один. Да ты чё, ещё меня сфоткал? Где, какого это мысли? Ну, у вас в эти времена не должно быть камер. Ну, я хотя бы могу позвонить. Тут поблизости телефон. Да как... Чего, блин? Давайте-ка я назад еще съезжу. Описание. Рост футов 6, среднее сложение. Вот так вот сделаю. Да бляха, муха, я хотел позвонить всего лишь, я хотел позвонить, ребята. Ну бляха, муха. Вы видели это? Я всего лишь хотел-то позвонить. Ну, надеюсь, сейчас по пути еще найдем. Я просто на карту сейчас смотрю. О, я так весь день могу. Ну, я лучше уже тогда переодедусь. Вон с дороги. Качество стоит каждого потраченного цента. Знаю, хорошо же выгляжу я, да? Я потом домой как-нибудь съезжу вне серии и переоденусь в нормальную одежду. Ладно. Это не моя тачка, господа полицейские. Не моя. Я первый раз ее вижу. Первый раз. А это моя тачка. Я тут сейчас ее проедете и ее вскрою. Хорошо, ребят? Договорились. Я подожду. У меня как бы время есть еще одну взорвать. Я теперь понял, как это делается. А то в прошлый раз я так долго стрелял в машину, когда первый раз играл.
Я что-то забыл, что у них должен быть баг вообще, вот по идее. Я даже не знаю, можно рискнуть. Кстати, а вы не заметили, что вот Джимми похож на этого Брюса Уиллиса из «Крепкого орешка»? Да ёшкин кот! Объясни, пожалуйста, что ты там скрываешь? Стой. Вот. Хорошая будет превьюшка. Что ты там скрываешь? Вот так и назову серию. А чё? Какого хрена, что он там взламывал? Эй, ты там, ты там, ты там, ты там. Давай, вытряхивайся. Это моя, господа, полицейские тачки. Он просто украл у меня. Просто взял, как маленькая паршивка, и украла у меня. Вот даже вот мои подписчики подтвердят вам. Вот правда, ребят, вы же подтвердите, да, что он сам у меня украл тачку. Пока я там ее взламывал. Так, пока они ничего не пытаются сделать. Садись, садись, садись. Я лучше возьму и объеду это все. Вот в эту сторону. Я думаю, можно, да? Да по сути, да, можно. Сейчас на главную вот выйду и все. Там немного останется. Но я вот даже сюда заеду. Не, ну задание, ну скажу вам, такое легкое, просто на изич. Решается как 5 минут. Ладно. Ну, правда, оно просто легкое. Ну, тут, блин, времени просто дали много, вот честно, отлично для меня. Да, просто есть люди, которые, ну, сразу не могут сделать, потому что они сразу тачки просто расстреливают в упор. С пистолетов там что-нибудь. И поэтому у них не получается. А надо делать так. Ищите бензобак. Потом ныкаетесь, вот как я, достаете пушку и стреляете. Они взрываются, вы убегаете в машину свою. А у меня уже общий счет 29 тысяч. Дополнительно времени много, кстати. Потому что, ну, бляха, муха, я толком. Вы видели. Так, давайте, где следующее задание? Так, тут звездочка, плохой дворецкий. Когда звездочка появляется, значит я могу выполнить его заново, но нет. У нас, кстати, три задания только я вижу на карте. Ну да, три задания. Вот это, там с тачками угоны и азиатская таможня. Нет, давайте-ка я до сюда доеду, тут ну, как бы близко, я бы сказал бы. Нету красавиц. У меня только красавица тут. Без двери, которая. Так это хорошее проветривание, ребята, запомните. Раз нету двери у человека, значит, у него просто отличное, просто шедевральное, я бы сказал бы, проветривание в машине. Это, например, если летом сильно жарко, просто вы там задыхаетесь, дверь просто нахрен снесли, и все отлично с вами будет. Просто отличненько. Вы сидите, кайфуете, пока едете. Это просто отлично. Ну, я больше предпочитаю на мотоцикл, конечно, кататься. Там зимой, ну, летом точнее, вообще просто... Да и зимой можно. Только зимой немного опаснее будет это. А так можно и зимой кататься спокойно.
Так, тем временем, пока я базарил, все, мы доехали. Погнали. А, птица полетела, я уже испугался, что ко мне кто-то бежит. Непреодолимая сила. Привет, Джимми, это Сэл. Мы тут с ребятами подумали. Тачку Эрлою надо подрезать. Крылышки. Эти бомбисты начинают серьезно мешать. Качок крышует кучу фирмочек. Фирмочек. Что такое фирмочек? Вы же бы нормально написали бы. Ну, фирмочек. Может, перевод какой-то говняный. Ну, правда. На Сент-Айленде. Неплохо было бы проверить качество защиты клиентов, если ты понял меня. Отправляйся сюда и займись вандализмом. 3 магазинчиков. Думаю, хватит. Расстреляйте 3 магазина бомбистов. Так, ребят, я вернусь через секунду. Так, ребят, продолжаем. И сейчас нам надо разгромить 3 магазина. Да без проблем, просто на изи. Я войду? Тебе чего, дружище? Так, хорошо. Разбиваем все окна. Так, хорошо. Описание. Рост 6, среднее сложение. Что, простите? Нет, у меня не рост 6 футов. Хотя хрен знает. Крайне осторожны. Разрешаю открывать огонь. Я тут похаваю, ребят, да? Украсть хот-дог. Дальше берем вот это все. Так. Просто надо и стулья расстреливать, и столы. Так, хорошо. Вот так вот. Так, умри. Умри. Тот стол тоже бы надо бы. Так, хорошо. Да умри! Да? Да я смотрю, у тебя как бы тоже. Или мне именно там все надо разгромить? Просто, ну как бы я без проблем. Я как бы все разгромил. А. Так. Надо будет заехать в оружейку, закупиться дробашом. Что, где, кто? Умри. Умри. Не надо стрелять. Да ёшкин кот, что здесь еще надо разгромить? Ну, часы, ладно, это. У них дробаш есть. Так.
Так, хорошо. Мне это нравится. Так, хорошо, может и правда здесь что-то еще надо разгромить. Ну это как бы сортир. Так, умри. Так. Так. Хорошо, мне это нравится. Секунду. Ну, почему 59 баксов? Маловато. Как бы можно пойти позвонить, но я даже и не знаю. А это, кстати, тот район, где мы как-то убивали того жердяя, который еще подстрелил нашего друга. А что-то они хреново меня палят, да? Ну да. В машине тяжело увидеть кого-то. Так, давайте позвоним. Я знаю, что времени и так мало. Полиция. Но у меня 2000 уже, почти 3000. А, ну да, мне же заплатили. Да-да, Джимми, мне как всегда. Да-да, это Джимми, мне как всегда. Пошли кого-нибудь потом с баблом. Всем постам! Отбой тревоги! Ты чё, вы видели это? Это что сейчас было? Не, ну вы это видели? Там женщина просто... Вот просто... Отмотайте назад и увидите это всё. Давай, иди сюда. Ты можешь высунешься, у меня времени нету. У меня времени нету, ай. Так, 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 так. И мне это нравится, не, честно. Ну да, чувак не может ничего знать про то, что здесь убили кого-то. Он же просто выбежал с того магазина, где человек валяется дохлый, что-то там, наверное, украл он. Не, он не убийца, он просто украл что-то. Вы чё? Неплохо. Хорошо, может, и пойду. Нет, отпусти меня, пожалуйста! Распусти.
Так, хорошо, перезарядимся быстренько. Но судья меня на стул не отправит. Хотя в то время еще можно было отправлять на стул. Ни хрена себе, вы видели это? Он просто засунул эти долбаные патроны. А я не успеваю, да, ребят? Ну да. Время вышло. Ну ладно, я вернусь тогда к вам, когда, ну, сделаю второй магазин. Ну, когда закончу со вторым, ну, с третьим магазином, точнее. Потому что я считаю, что это так проще будет. Да я еще немного тупил, так что да. Лучше сначала магазин одежды разнести, только потом уже, ну... Да, я думаю, так и сделаю, так что вернусь через секунду. Так, ребят, у меня получается отлично. Только надо разобраться тут. Туда с копами на хвосте нельзя. Копов надо потерять. Пусти, пожалуйста. Тихо, сейчас он уйдет. А вот, ну тут близко, это хорошо. Тихо. Ну, копы не знают эту тачку, так что повезло. Я раз уже 3 или 4 проиграл из-за того, что то много их было. Да он маньяк! Живым не берем! Вот так-то. Так, быстрее завершаем. Да! Убийств 6. Попадание в голову 1. Занос 1. Бонус далее. Фу. Ёшкин кот, сделал я это задание, сделал, ребят, сделал, да. О. Ну, это задание заставило попотеть. Я даже не помню, чтобы я в прошлый раз, так, ну, когда в первый раз играл, парился столько. Но пока больше не открылось от него задание, есть насчет угона. Ёшкин кот, жалко такси не вызвать. Жалко. Буду кататься на своей тачке. А сколько он мне заплатил, кто помнит? Я просто что-то не помню. Так, посмотрим легенду, кстати. Так, да, вот, задание бомбистов. Китайское задание, ну, выполненное, как я и говорил, звездочкой будет означаться. И задание автодилеров. F, показать. Разместить карту, масштаб. ДТП, водитель хочет скрыться. Ясно. ДТП, это он меня врезался. Вы убьете кого-нибудь, если будете так водить. Платите штраф. Хорошо. Ты, может, мне еще чаю нальешь? Спасибо большое. За этот штраф. Ладно, чтобы я тебя больше не видел. 50 баксов. Как я и говорил, что... Эти 50 баксов раньше можно было заработать за 5 месяцев, наверное. Потому что там же в месяц платили столько, или в месяц столько не платили, я не знаю. Но, по сути, да, в доках, помните, нам 10-ку за какие-то долбанные ящики хотели дать. Да даже мне на работе платили больше, когда я работал. Ну, честно. Долбаные ящики за 10 баксов. Ну, блин, где тут совесть? Пока не сказал, что у меня лучший друг Джо Барбалы, так бы и получал 10-ку. Что ты умеешь? Шустрая какая. Ага, смотри-ка. Да за мою шустрость я тут говорю. Так.
Сколько я смогу? Как думаете, ребят? Сколько? Аккуратно. Уйдите с дороги, пиздюки. Не мешайтесь, видите? Человек пытался набить мировой рекорд. Стоп, а у меня что, размыгливание включено? Только сейчас что-то понял это. Ага. Стоп, а я применил? А. Хорошо. Как я и говорил, это очень долго, но что же делать? Ладно, покатаемся, посмотрим на достопримечательности этого чудесного города под названием Empire Bay. Да. Идут сейчас слухи про новую мафию, я не помню, говорил ли или нет, но идут слухи про новую мафию под номером 4. Пока. И, кстати, этой мафией будут заниматься также Ангар 13. Они еще и будут Биошок 4. Тоже слух заниматься этим. Как бы вот так вот. А тут, кстати, ребят, автосохранение или мне придется бегать туда-сюда? Ну, нет, больше всего автосохранение, когда на месте делаем и заканчиваем. Я думаю, больше всего так лучше они сделали, а то как-то потом загружаться, перепроходить эти миссии, это, ну, это тупо. Это вам не GTA San Andreas. Где если вы прошли миссии 20 или более того и не сохранившись, и вдруг игра у вас вылетит, то все, попрощайтесь с сохранениями. Вам придется все заново проходить. Я просто как-то столкнулся с такой проблемой. Потом она у меня плюс еще и не запускалась. Ну, я разобрался, в чем дело. Так что бывает. Глюки такие. Да, со всеми сейчас старыми гитами такие минусы. Там нету автосохранения, из-за этого как бы игра портится. Ну, хотя бы сделали бы после каждой миссии, вот прошел миссию и сохранится. Нет, они сделали это только в GTA. Они сделали это только в GTA 4. И да, я заметил, что у меня тут люди взяли, тут вдруг же испарились. Чего, блин? Чего? Чего? Угон Смит Кастом Полис. Полиции. Ты же любишь играть с огнем, не так ли? Нам нужен Смит Кастом, полицейская модель. Не спрашивай зачем, просто пригони мне машину. Хорошо. Так и будет, да. Я все равно буду кататься на этой тачке. Так, отлично, GPS показали мне. Потом мне сервис, я еще домой переоденусь, вот это последняя миссия. А то думаю, те серию растяну, если еще одну возьму. Потому что здесь миссии как бы они долгие, это я еще плюс. Вам обрежу некоторые миссии. Ну, как бы, не покажу, как я там прохожу, сколько раз я умирал, этого не будет. Как бы вот так вот. И я тут А, ну а зачем? Мы же все равно там будем гонять тачку. Как бы, ну, миссия, наверное, заключается только взять эту тачку и уехать, но минус, знаете, в чем будет, ребят? За нами копы могут нагнаться. Так что надо это будет делать по стелсу, наверное, и надо успевать во времени.
Просто, ну правда. Блин, хорошая тачка, надо будет потом как-нибудь взять ее. У нас в гараже тоже должна быть охрененная тачка, немного разбитая. Как я понимаю, если тачку ставишь в гараж, она сохраняется на совсем. Просто даже если где-нибудь... прости, микрофончик. Если даже где-то... ну, не знаю, потеряешь машину, где-то оставишь, то она должна быть в гараже, как я понимаю. Потому что у меня как бы всегда такое было. Либо просто, ну, как бы совпадение... А вам не кажется, что это как-то все легко? Возможно, угонщик. Вас понял. Так, ребят, посторонитесь. Наверное, с копами еще нельзя приезжать, да? А куда ехать? Ну, понятно, куда, я понял. Так что едем, не соблюдая правил. Но не будем забывать, что вот эти перила, которые желтенькие, они хорошенько сносятся. Я уже это как-то проверил, когда, ну, проходил сам. Я просто охренел. Я случайно просто наехал на них. Из-за того, что меня занесло. Это было ужас. Я побиваю уже свой рекорд, ребят, смотрите-ка. А тачку не надо чинить, если что? Да, не успеете. Шустрая какая. Как бы, ну, миссия легкая. Главное только доехать, и главное, ну, сложность только во времени. Вот честно, вот сложность только во времени. Да ешкин кот. Описание. Рост футов 6, среднее сложение. Ясно. Стой, где стоишь. У нас потери! Валите, урода! Так, чини быстрей. Быстрей! Нет. Да ёшкин, блядь, кот! Ёшкин кот! Ладно. Если сейчас не получится, то... я, конечно, это быстренько обрежу и... появлюсь у вас в гараже прям. Я даже сейчас не буду, ну... ставить ограничения. Да и копам вообще пофиг. Это раньше копы еще и штрафовали за то, что я проехал на красный. Это в первой мафии, кто помнит, было. А здесь только Джо обычно наговорил: ты че, дальтоник? Ты видишь, что ли, красный? Или че, у тебя проблемы с глазами? Ну, это я уже просто своими словами просто перевожу его на слова. Так. Но в остальном, ну, задание легкое. Если бы, конечно, бы столько машин там не стояло, и я случайно бы не впендюрился. Так, извиняйте. Просто я знаю, что потом тачка эта появится. Т
Так, разворачиваемся. Так, это нас сбили, чувак, ты чё? Тачку, кстати, такую я помню, но что-то в другом цвете она была тогда. Желтую я ее не видел, что-то не помню. Ни разу что-то не встречал ее в виде желтой. Даже я ее никогда не ставил желтой. Ну, цвет ей подходит, не буду врать, симпатично выглядит. Знаете, как это мороженое. Я не помню, как мороженое называется, но оно тоже желтым цветом и похоже на эту тачку, не буду врать. Прощайте, господа. Ладно, едем быстренько, просто как пуля до Тудова. Ну, времени у нас достаточно. Мы доехали быстро, я заметил в прошлый раз. А чё тут доезжать? Здесь мы разгонимся. Сразу до сотни. Кстати, хорошая тачка, до сотни. 120, смотрите-ка, ребят, почти. Ну. И нет, 120 мы не увидим. Извиняйте, ну, не получилось, но вы видели, тачка хорошая все-таки. Для тех времен это просто найс. Да, я сожалею тем людям, которые будут уходить от этих машин. Я сожалею даже тем людям, которые сейчас живут в Дубае. Потому что вы видели, какие там машины полицейские. Я просто сам, когда увидел, я просто охренел. Ну, это и понятно. Тихо. Ну, я думаю, вы понимаете, почему я немного затормозил. Так, ладно, все. Ну да, неплохо. Занос 2. 254 опасной скорости, это за два раза сделал. Состояние машины 910. Дополнительное время плюс 50, 38 тысяч, так далее. Я пойду пока переодеваться, вот почему я сел в эту тачку. Я пойду пока переодеваться, а с вами мы увидимся уже в следующей серии. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Все ссылки будут в описании. Всем удачи и до скорой встречи.